Меня зовут Инна, я занимаюсь у Оли акробатикой и растяжкой 2 года. А вообще я получаю профессиональное хореографическое образование в Институте современного искусства. Учусь на 2-м курсе на педагога балета. Вот. Но придя к Оле, я поняла, что акробатические танцы — это моя любовь на всю жизнь. Вот, мне очень нравится, и я очень люблю Олю. Здесь классно, приходите.